Рядом со мной стоит управляющий партнер компании Healthy Nation Алексей Важдаев. Алексей, пожалуйста, скажите пару слов о вашей компании. Ну, у нас достаточно молодая компания. Мы занимаемся производством, федеральным сбытом органических продуктов, в основном фермерских, в федеральные сети, работающие на FMCG рынке. А скажите, пожалуйста, с какой линейкой продукции вы представлены на выставке ProdExpo? Сами мы на выставке на данный момент не выставляемся, но занимаемся в основном фермерской птицей, фермерским мясом, кроликом, яйцом. И вот сейчас вводим новые линейки продуктов. Это сыры, колбасы, пельмени фермерского производства. Почему сейчас такой огромный бум именно органической продукции в России? Ну, мы считаем, что этот тренд, он возник не сегодня, он уже давно существует в мире, в Америке, в Европе, и просто он пришел с неким запозданием к нам. Вот. Люди заботятся о своем здоровье, они хотят дольше жить, они хотят лучше жить, комфортней, и они готовы, может быть, есть не две курицы в неделю, а одну, но пусть она будет самая лучшая. Какие цели вы преследуете на выставке ProdExpo? Мы хотим здесь познакомиться с новыми производителями, продукция которых была бы нам интересна для развития нашего ассортимента. Хотим найти уникальные продукты, уникальные рецепты, уникальные вкусовые ощущения. Хотим познакомиться с новыми людьми, с тем, чего еще на рынке нету, то, что на рынке FMCG сетей в данный момент не представлено, но есть на других рынках, например, на колхозном рынке. Если у кого-то вот сейчас они смотрят нас, сформировалось предложение именно вам, как на вас можно выйти, как вас можно найти? Нас можно найти в интернете, сайт rusorganica.ru, либо можно позвонить нам по телефону, мы можем оставить после интервью телефоны вашей редакции и связаться с нами любым возможным способом. Алексей, спасибо вам огромное за интервью. Всего доброго, удачи.